Всем привет, с вами канал Art Money, и мы с вами в космопорте. Такая, смотрите, кофточка интересная, там продается, новая уже мода появляется. Магазины, людей очень мало, нам повезло. Здесь у нас выставка картин.
Зашла я в Ашан. Смотрите, тут продают мелки по 12 рублей. Такие крупные. Разные карандаши дают. Много всего такого интересного для детей. Рюкзаки прям вообще просто много. Такого симпатичного. Он прям громоздкий очень. Фломастеры. Их штук, наверное, кажется, что их штук 100. Я помню, как в детстве я о них мечтала. Корзиночки плетеные, очень, кстати, красивые такие. Что-то в них складывается, какую-нибудь ванную комнату большую, шикарную, будет просто классно смотреться. Швабры разные. Вешалки. Здесь у нас слаймы в таких бутылочках, и, честно говоря, даже не представляю, как их оттуда вытаскивать. И как потом обратно затаскивать. Здесь фишки. Помните, раньше такие были в детстве? Они все время терялись, и сложно было найти, купить. Тут какой-то антистресс такой симпатичненький. Мягенький такой, приятный. Тут уже идут детские игрушки, та посудка, которую хотел купить Диме, но не могу никак туда купить какие-то фрукты, овощи, чтобы он готовился. Я вот в поиске, и все никак. И смотрите, продается памперс для кукол. Представляете, памперс для кукол 100 рублей стоит. Куклы. Столько игрушек, много разнообразных, интересных сейчас уже. Дудочки всякие. Наше детство, конечно, не было такого разнообразия, жалко, я бы сейчас с удовольствием пошла бы обратно в детство и поиграла. Здесь вот буковки на магнитах. У нас какие-то настольные игры разнообразные. Машинки тоже для мальчиков. Конструктор. Вот касса какая-то. Кассу тоже хочу купить, но не знаю пока. А вот тут я нашла по 300 рублей продукты разнообразные. Такие коробочки симпатичные, разные такие. Но опять же, они не помещаются в этот прекраснейший набор. Никак не могу найти, чтобы все поместилось в кастрюльку. Это прям так очень-очень сложно. Здесь какие-то чаи. По-моему, да. Ромашка. Прям такие ромашки конкретные. Не просто какие-то там хвостики, как обычно. Чай, конечно, тоже разнообразие из чая стало. Очень большим. Целая коллекция чая уже в Ашане. Да, Ашан может похвастаться коллекциями разных продуктов. Здесь Ашан стал уже, начал сам собирать такие вот чаи. Наверное, не то, что собирать, а делать, покупать, наверное. Не знаю, откуда он это все берет, но выглядит красиво, прозрачные пачки. И, по крайней мере, покупаешь, видишь, что ты покупаешь, а не так, что нарисовано одно, открываешь другое. Тут вообще даже с изюмом. Даже изюм там уже стоит, конечно, 300 рублей за килограмм.
такой симпатичненький, если, думаю, вам будет интересно, мы можем каждый чай купить и его попробовать. Какой же все-таки вкуснее. Ну, там где-то они порядка 80 рублей. Вот здесь разнообразные макарошки, мука, сушки. Но с чаем напишите, интересно вам или нет. Один я уже купила, и скоро будем с вами его пробовать. Короче, время 8 вечера, и столько вышло. Еще хотя бы не так темно, но закат красивый. Все, я на районе, почти дома, слава богу. Ох, слава богу, а то я уже начала переживать, транспорта нет. Подошел 46-й, слава богу, я уже вызвала такси. Но подошел 46-й, я поехала на 46-м. Денег жалко. Сейчас посмотрю, может, пиццерии успели. Заказать пиццу, посмотрела, они до 22 работают, а время 20 с чем-то. Вот такой у нас с вами был насыщенный день сегодня. Бегу, 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 бегу. Приехала я домой, такую штучку будем делать. Газировка. Это там за гадость лежит на заднем фоне. Будем делать. Берем самую лучшую газировку. Наливаем. Полный стакан. И теперь такую вот штучку. Правда, я не знаю, ложка. По ложкам ее мерить. Она жиденькая, кстати, не как майонез. Что, хочешь сболтать? Сбалтываем. Перемешиваем. Пробуешь? Пробуй. Еще добавить? Что-то маловато. Еле, еле, еле какой-то. Вот она в итоге вся и уходит, так, наверное. Такой какой-то вкус есть чуть-чуть. Такой вот лимонад. Ну что, можно в стаканах, наверное, делать. Такой. Отдает немножко лимончиком. Тебе не понравилось? Тогда я себе забираю. Пока, ладно. Так, и пицца. Поужинала? Пицца мясная. Помидорка. Пузырики, смотри. Помидорка. Вот это, кстати, помидорка вкуснее. Тут маленькие. Ты бери с помидоркой, возьми вот эту вкусную. С помидоркой я и беру. Ты его скрутил с этой стороны, вот так вот возьми. Все. Ням-ням-ням-ням. Пожелайте нам приятного аппетита. И на сегодня это уже будет все. Длинный-длинный путь у нас с вами был. Всем пока-пока. С вами был канал Артмания.